Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире наша ежегодная праздничная программа на телеканале ОТРАР «Астролябия». Меня зовут Карпенко Елена. Пока все разбирают и выносят елки из домов Поднебесной, только готовятся праздновать Новый год. И сегодня мы вместе с вами окунемся в праздничную атмосферу и узнаем много интересного о самом главном празднике в Поднебесной, который в этом году будут отмечать с 22 января по 5 февраля. Кстати, в Китае будут встречать не 2023 год, как это совсем недавно делали мы, а 4721, а символом года станет черный водяной кролик. Итак, мы начинаем! Драконы, львы, красные фонарики, деньги в конвертах и пельмени на праздничном столе. Китайский Новый год совсем не похож на привычный нам праздник, но тем он и интересен. Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время. Как вы уже знаете, в этом году он наступит 22 января и продлится до 5 февраля. Несмотря на то, что каждое животное соответствует одному году, идут они в определенной последовательности, учитывается еще влияние стихий и цвета. На смену символа тигра, переменчивого хищника, приходит кролик – спокойный, милый, дружелюбный зверь. Астрологи считают, что новый 2023 год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарит уют и хорошая атмосфера. Люди, рожденные в год кролика, прекрасно ладят с окружающими. Их отличает доброжелательность и хорошие манеры. В конфликтных ситуациях они обычно идут на компромисс, всегда находят оптимальный и мирный способ урегулирования любой спорной ситуации, не терпят агрессию и насилие. Доброта кроликов может восприниматься и как слабость, но спокойный характер этих людей скрывает за собой их уверенность и силу. В год кролика рождены многие талантливые знаменитые люди. Альберт Эйнштейн, Квентин Тарантино, Брэд Питт, Эдит Пиаф, Уитни Хьюстон, Дэвид Бекхэм и Лионель Месси. Несмотря на все современные атрибуты праздника, китайский Новый год до сих пор окутан суевериями и приметами, а многие действия и вовсе запрещены. Например, нельзя принимать душ, можно смыть удачу. Подметать пол и выбрасывать мусор тоже нельзя. Считается, что так можно вымести удачу из дома. Избегают использовать ножницы, ножи и другие острые предметы. Они могут перерезать потоки богатства и успеха. По этой же причине нельзя стричь волосы. В китайском языке иероглиф, означающий волосы, это часть иероглифа процветания. Нельзя спорить, ругаться, ломать, портить вещи. Кроме того, накануне праздника каждая семья тщательно убирает свое жилье, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач и освобождают место для счастья. В первые дни Нового года ранним утром дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года. А в ответ получают пожелания будущих успехов и красные конверты с деньгами. После этого они всей семьей отправляются поздравлять родственников и соседей. На такие хождения по гостям обычно уходят первые 5 дней Нового года. Причем без подарков не обходится. Например, в Поднебесной принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию. Ну и, конечно же, ни один Новый год не обходится без мандаринов. В Китае, приходя в гости хозяевам дома, принято дарить 2 мандарина, а уходя, получать от них 2 других мандарина. Таким образом, люди обмениваются символами финансового благополучия. А прямо сейчас давайте повторим эту традицию и угостим наших жителей мандаринами. Здравствуйте, уважаемые жители Казахстана. Поздравляю вас с наступающим китайским Новым годом. Всех благ. Всех успехов, всем хорошего настроения. Спасибо. Благодарю.
Всех жителей Казахстана поздравляю с Старым Новым Годом, Китайским Новым Годом. Желаю всем счастья, семейного благополучия, здоровья самое главное и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое. Китайским Новым Годом. Большое спасибо вам. Это вам. Спасибо. С Новым Годом. Желаю всем благополучия, счастья, что мы рады за вас. Большое спасибо. Это вам. Спасибо. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Всем здоровья, всем счастья, чтоб не мерзли. Всем хорошего настроения в Новом Году. Спасибо. Большое спасибо. Это вам. Спасибо. Поздравляем наших жителей с Китайским Новым Годом. Желаем счастья, здоровья, всего хорошего, благополучия. На китайском с Новым Годом будет Шэнри Куайла. Всех с Новым Годом. Спасибо. Все, хватит. На. Поднебесно на Новый год принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки, как правило, готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени – цяоцзы. Их принято лепить всей семьей. Классическая начинка – это мясо с овощами, но и популярны также с креветками и рыбой. Готовятся в основном на пару, но могут быть вареными и жареными. Чем больше съешь пельмени на Новый год, тем больше заработаешь денег в наступающем году. Я считаю, отличная традиция. Кроме того, символ этого года – кролик, исключительный вегетарианец. То не забываем про угощение из овощей, фруктов и зелени. Так в почете будут овощные, фруктовые салаты и легкие десерты. Чтобы этот год, именно этот праздничный стол, был очень легким, ненасыщенным, чтобы было очень много фруктов, зелени, как того требует год кролика. Кролик – это вегетарианец, поэтому на столе должно быть очень много овощных закусок, побольше фруктов. Можно порадовать детей фруктовыми нарезками, очень красиво. Дети именно вот реагируют на красивую подачу фруктов, поэтому на этом столе моем будет очень много фруктов. Легкие салаты. Этот салат, допустим, подойдет и для мужчин. Он сытный. Здесь вместо тунца, это не суас, но в такой подаче интересное. Здесь вместо тунца мы используем семгу. Такой венок, да? Да, как в виде рождественского венка. И оригинальной подаче можно порадовать своих гостей. Это салат из микса трав, салатные листья, здесь присутствует авокадо, все полезные продукты, креветки и заправляется легкой заправкой на основе оливкового масла. Тоже очень подойдет любителям морепродуктов. То есть на вашем столе есть все, да, и овощи, и фрукты, и мясо, и какие-то, ну, тяжелые майонезные салаты тоже есть, наверное. Ну, от тяжелых майонезных салатов нам приходится уже, ну, как бы и дань моде, и дань времени, дань прогрессу, и мы уже отказываемся от майонезных салатов, чтобы не утяжелять рацион, чтобы как бы на следующий день было тоже легко, спокойно организму, поэтому мы переходим вот на более такие лайтовые, легкие закуски и салатики. Ну, вот такие, конечно, салаты удивят любого, да, они легкие, приготовление очень красивые, эстетически будут смотреться на столе. Да, легкие и как бы очень полезные, легко усвояемые. Поэтому, да, я рекомендую вот отойти от майонезных тяжелых салатов, жирного мяса и просто украсить свой стол полезными, легкими продуктами и из них вот что-то такое приготовить интересное. Встречаем
начать год черного водяного кролика будет уместно в наряде черного цвета или оттенков, напоминающих цвет воды – синего, голубого, бирюзового. Символ года также любит розовый и фиолетовый. Считается, что эти цвета приносят кролику удачу. А вот с коричневым, серым и белым дела обстоят равным счетом наоборот. От вещей в этих цветах лучше отказаться. Для китайцев самый сильный любимый цвет – красный. Считается, что именно он отгоняет злых духов и защищает человека от бед. К слову, этот цвет в 2023-м еще и один из самых модных. В начале декабря Институт цвета Pantone объявил новым красным цвет Viva Magenta – карминовый красный. Как говорят в Pantone, он символизирует надежду, укрепляет дух и излучает жизненную энергию. Поэтому обязательно добавьте в свой гардероб этот прекрасный цвет. В последние годы нумерология приобрела большую популярность. Однако магические свойства чисел известны уже очень давно. Еще со времен Пифагора с их помощью делали предсказания. Предлагаю тоже прибегнуть к магической тайне цифр и посмотреть эксклюзивный прогноз на 2023 год от нумеролога Рано. Основные характеристики 2023 года – это внутренняя работа, познание, обучение, мудрость, получение новых знаний и опыта, передача этих знаний другим людям. Это год внутреннего поиска, анализа, размышления и уединения. Это год роста вашей души. Пришло время уделить внимание себе. В 2023 году очень важно будет найти баланс между материальными и духовными ценностями. Сконцентрироваться на практической стороне жизни будет немного тяжелее, особенно на финансовой стороне, потому что год больше про духовное развитие, про рост. Каждому из нас предстоит большое количество работы над собой, как в сфере карьеры и отношений, так и в области взаимоотношений с окружающими, что приведет в итоге к невероятным взлетам. В 2023 году фокус внимания будет больше обычного направлен внутрь себя. Многие люди могут почувствовать тягу к эзотерике, к необъяснимому, к загадкам и к тайнам. 2023 год идет под управлением числа 7. Это число воина, движения. Семерка несет сакральный смысл. 7 цветов у радуги, 7 дней недели, 7 нот, 7 чудес света и 7 основных планет. Семерка поможет нам четко структурировать свою жизнь и даст возможности для роста и движения, но только через познание своего внутреннего мира и погружение в себя. В кармической нумерологии 7 называется арканом колесница и символизирует цель, движение, умение управлять колесницей своей жизни в любой ситуации, мудрость, риск, уверенность и возможность подчинять свою волю разуму. 2023 год не совсем про отношения, это больше про любовь к себе, про самопознание и поиск своего истинного предназначения. Но, тем не менее, в жизни каждого человека могут произойти приятные изменения именно в личной сфере, потому что число 7 дает нам возможность вдохнуть жизнь даже в самые, казалось бы, безнадежные союзы, и отношения могут заиграть новыми красками. Мы сможем наладить и укрепить отношения со всеми своими близкими людьми. Одиноким же следует обратить внимание на сайты знакомств и приложения, поскольку в этот год повышается вероятность встретить свою судьбу именно там. Проявление активности и инициативы при этом только приветствуется. Если говорить о вопросах здоровья, то особое внимание следует уделить своему режиму сна и вести здоровый образ жизни, а также регулярно проходить диагностику всего организма. В 2023 году особое внимание следует уделить своей внутренней работе. Обучение, чтение, работа с коучами, психологами, эзотериками, духовные практики и медитации будут как нельзя кстати. Следует проанализировать все свои действия и их поступки и провести переоценку ценностей. Особое внимание нужно уделить творчеству и саморазвитию. В плюсе будут те, кто занимается своим духовным развитием, думает о ментальном здоровье и каждый день прилагает усилия для того, чтобы стать лучшей версией себя.
Не допускайте достижения своих целей аморальным или неэкологичным путем. Год будет покровительствовать не только смелым, но и рассудительным, поэтому будьте осторожны и не совершайте импульсивных покупок. В 2023 году можно менять сферу деятельности и работу, если она не приносит вам удовлетворения. Если вдруг вы почувствовали тягу к уединению, не отказывайте себе в этом, но уходить совсем в затворничество тоже не стоит. Хочу всех телезрителей поздравить с Новым годом по восточному календарю и пожелать вам верить в себя, идти вперед к своим целям, здоровья вам и вашим близким и изобилия в ваш дом. Спустя 15 дней Новый год завершается Юань Сяо Цзэ, или праздником фонарей. В небо поднимаются сотни тысяч фонариков и фигур, что создает незабываемое зрелище. А китайцы в этот момент играют на барабанах и поют народные песни. Завершается празднование фейерверками, петардами и хлопушками, где они, собственно, и появились. Чего ждать представителю знака черного водяного кролика, узнаете прямо сейчас в программе «Астролябе». Не пропустите! Крыса, в течение этого года вам придется решать большое количество бытовых вопросов. Будет немало хлопот и суеты. Вам ни в коем случае нельзя действовать на импульсах. Важно все тщательно взвешивать, действовать последовательно. В личной жизни будьте более открытыми и старайтесь сохранить отношения. Что касается работы, то при упорном труде вы получите достойную награду. Также год хорош для развития себя в творческой сфере. Бык, вас ждет удачный и позитивный год. Смелее продвигайтесь по карьерной лестнице и в бизнесе. Вам повезет в том числе и в новых проектах. Вкладывайтесь именно в то, где можете контролировать ситуацию и чувствовать себя хозяином. Смелее ставьте высокие цели. Вам многое под силу. В личной жизни год также вполне благоприятный. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою любовь. Выбирайте сами, будьте смелее и вкладывайтесь в отношения. Семейных ждет вполне комфортная обстановка. Неплохо начать какое-то общее дело, например, строить дом. Тигр, вам в этом году рекомендуется быть максимально дипломатичными и считаться с интересами другими. Больше общайтесь с людьми, это вам поможет себя чувствовать энергичнее, а также поможет хорошо заработать. Ставьте реалистичные цели, будь то заработок или личная жизнь, у вас получится их достичь. Аккуратнее стоит быть с инвестициями, риски очень высоки. В этом году удачны будут крупные бытовые приобретения. Кролик, вам стоит смелее заявлять о себе в обществе и активнее заявлять миру о своих талантах, а также делиться добром и помогать. Ваш покровитель кролик будет с вами и обязательно вас наградит за старания, но важно много и упорно работать. Вам в течение года придется решать большое количество самых разных вопросов. В 2023 году вам стоит обязательно уделить какое-то время вопросам духовности, углубиться в свой внутренний мир. Вы узнаете себе что-то новое и поставите значимые цели. Смелее полагайтесь на свою интуицию. Дракон. Год вас ждет интересный и противоречивый, но результаты и положительные достижения обязательно будут. У вас впереди глобальные прорывы, которые будут вам даваться относительно легко, но зато будут одолевать мелкие бытовые неприятности, не стоит на них зацикливаться. Вам важно уметь фокусироваться на том, что действительно значимо. Стоит уделить внимание вопросам здоровья и укреплению отношений с близкими. Также год хорош для романтики, но быстро сближаться с новыми людьми не стоит. Змея. В 2023 году у вас довольно успешно будет развиваться карьера и бизнес. Ожидаются немалые финансовые поступления. Ваши стратегические и дипломатические таланты очень пригодятся. В личной жизни период стабильности. Не ввязывайтесь в ссоры, старайтесь вести себя мудрее. Это поможет быть в гармонии с близкими. Будьте прагматичны, не совершайте необдуманных поступков.
Лошадь. Этот год подарит вам разнообразную палитру эмоций и впечатлений. Вас ждут интересные поездки, знакомства и увлечения новыми сферами, на которые раньше вы могли и не обращать внимания. Вас будет тянуть на перемены. Можете поддаться этому порыву. Главное, чтобы цели были конструктивные и вы правильно оценивали свои ресурсы. В этом году в важных жизненных сферах вам придется делать выбор. Постарайтесь не спешить с решением. Ответ придет сам собой. Коза. Год кролика в вашу жизнь постоянно будет проникать самая разнообразная информация и будет приходить немало людей. Вам в этом году стоит внимательно фильтровать, кого пускать и чему уделять внимание, а от чего отказаться. Год благоприятен для того, чтобы начать новые дела. Результаты от них вы увидите позже. Очень важно вкладываться в своих близких людей и укреплять отношения. Обезьяна. В работе и бизнесе вас ожидает некая стагнация, но не стоит воспринимать ее как неудачу. Просто у вас сейчас такой период, появилось время для переосмысления многого. Год спокойный, стабильный, без резких поворотов. Могут обостриться хронические заболевания, но и временное их лечение у вас будет. Вам придется с кем-то конкурировать, но вы поймете, что противостояние не такое уж страшное. Не переоценивайте соперника. Максимально задействуйте свои аналитические способности. Петух. В вопросах карьеры и финансов не стоит ждать мощных свершений. Лучше направьте свою энергию и время на обучение, на тщательную проработку планов. Не горюйте из-за потерь и упущенных возможностей. Лучше внимательнее смотрите по сторонам и общайтесь с новыми людьми. Чуть позже вы получите гораздо больше. Год очень неплох для построения новых отношений или укрепления действующих. Главное прислушиваться к партнеру, не везде пытаться перехватить лидерство. Собака. Год сытный и благополучный. Ваше богатство, достижения и все хорошее останутся с вами. Благодаря интеллекту, наблюдательности и умению анализировать, вы сможете укрепить существующие позиции и увидеть новые возможности. Будьте целеустремленными, опирайтесь на свои принципы, у вас многое получится. Также не бойтесь активнее заявлять о себе в обществе, брать на себя лидерские функции. В личной жизни все ровно. Тем, кто одинок, стоит присмотреться к давним знакомым или к тем, кто во френд-зоне. Свинья. Спокойный и благополучный год. На работе и в бизнесе все будет развиваться, пусть и не очень быстрыми темпами. В семейной жизни и в личных отношениях у вас тихая гавань. Поддерживайте стабильность, будьте терпеливы. Это самая выгодная стратегия. Избегайте резких кардинальных решений. Лучше тщательно все взвесьте, пока сделайте какой-то промежуточный шаг. Этого будет достаточно, чтобы понять, ваше это или нет. Дорогие друзья, поздравляю вас с фантастическим и невероятным китайским Новым годом. Пусть новый символ года войдет в ваш дом с радостью и удовольствием. Благосклонно одарит щедрыми подарками. Пусть каждый новый день не будет похож на предыдущий, а каждая новая мечта будет непременно исполняться. И рядом всегда будут близкие, любящие люди. Синьсян Ши Чен.